9-та урочиста церемонія нагородження міжнародною премією за заслуги та досягнення у спорті «Золотий мангуст» відбулася в концерт-холі «Одеса». Грандіозний захід було влаштовано не лише для того, щоб відзначити заслуги номінантів, але й надихнути молодих спортсменів, кажуть засновники. Я взагалі вважаю, що без спорту немає здорового покоління. І без здорових дітей, немає здорового покоління, немає нормального майбутнього. Классическое определение спорта – спорт – любое физическое активное движение, направленное на развитие. Изначально была премия так и задумана, что у нас были лауреаты премии как ветераны спорта, бывшие олимпийские чемпионы 1972 года, 1988, 1984, также и молодые спортсмены, которые вот достигли таких высот, и также вот чемпионы мира, Европы. Сама номинация для чего была сделана? Чтобы как-то простимулировать спортсменов, что, к сожалению, государство как бы их обделяет и никакое должное внимание не отдает. Поэтому у нас такую миссию, может быть, она небольшая, чтобы как-то хоть показать, что спорт в стране нужен. Это как бы как спортивный Оскар. И это очень приятно, потому что я не знаю, например, и не слышал, чтобы 9-й год подряд проводилось такое грандиозное событие. С разных стран, из Европы, из СНГ приезжают номинанты, достаточно все достойные номинанты. Есть специальная комиссия, международная комиссия, которая выбирает этих номинантов. Попасть сюда не так просто. Общественные, международные организации, спортивные организации предлагают своїх кандидатур. Є совет міжнародний, який це все розглядає. На міжнародну премію «Золотий мангуст» було номіновано понад 40 осіб. Серед них – спортсмени, тренери та меценати. Всі вони отримали не лише визнання, але й цінні нагороди. Награди зготовляє наш ювелірний дім «Кімберлі». Це ордена. Ордена зготовлені із золота, з вставками з гарячої емалі. А также статуэтки, которые изготовлены из серебра, покрытые золотом, на камне-змеевике. Два вида наград есть у нас для победителя. Нагороди отримали спортсмени з різних країн. Всі вони відзначають важливість цієї премії. В нелегкое время на сегодняшний день люди, организаторы находят средства и объединяют спорт в одном зале. Награждает молодое поколение, дает им импульс работать и готовиться идти дальше к новым победам. Награждает ветеранов, вспоминает людей, которые были в прошлом великими спортсменами. Это людям дает опять же новый импульс жить и опять же трудиться, передавать опыт своим молодым поколениям. Я очень благодарен организаторам «Золотого мангуста», потому что такие мероприятия, они очень важны в нашей стране. Это позитивное мероприятие. Спорт, как говорят, национальности не имеет религии. Ну, это важное событие для всех нас, сегодняшнее мероприятие. Что я хочу сказать? Это еще один шаг огромный к укреплению международного спортивного диалога между странами. Для меня честь вот именно находиться на этой премии «Золотой мангуст» от имени нашей страны Кыргызстана. Я считаю себя достойной. И в дальнейшем хочу еще больше побед и больше достижений. И, конечно, золотых медалей, чтобы каждый год находиться, приехать и получать удовольствие от Одессы. Переможців та засновників міжнародної премії «Золотий мангуст» вітали з цією подією поважні гості – політики, громадські діячі, журналісти та співаки. Всі вони вважають, що засновники премії роблять велику справу. Годи роботи організаторів цієї церемонії за здоровий образ життя, за популяризацію спорту, за мир і за силу викликають глибоке уваження. Ви знаєте, я дуже рад, що всі ці роки ми дружимо, и в силу своих возможностей можем оказывать информационную поддержку этому благому делу. Это серьезная номинация, это международные церемонии, этому делу просвещения здорового образа жизни, этому делу великого спорта, который действительно и мир, и объединение, и все самое лучшее, что может быть в нашей жизни. Я очень рад, что существует такая инициатива, и вдвойне приятно, что эта инициатива исходит, скажем, от наших предпринимателей нашей Одесской области и города. И
я думаю, что это очень приятно для наших спортсменов, которые прославляют наш регион в рамках нашей страны, а нашу страну в рамках всего мира. Спортивная международная организация «Мангус» известна давно. Она у нас уже в Одессе существует 16 лет. В нее входят те, кто любит спорт, те, кто развивает спорт, те, кто участвует в развитии спорта в нашей стране и в городе Одессе. Вы знаете, я считаю, что такие организации, они прилагают максимум усилий, чтобы сохранить в том числе и профессиональный спорт в нашем государстве. Переможці 9-ї міжнародної премії «Золотий мангуст» переконані – ця нагорода – визнання не лише їхніх досягнень, а й у цілому спорту в Україні. До того ж, подібні заходи заохочують спортсменів-початківців щоразу добиватися ще більших результатів, достойно прославляючи Одещину і Україну.